Чудо произошло, андроидный коллайдер заработал, и ученым удалось повернуть время вспять. Именно поэтому мы находимся на главной площади города, где сегодня состоится концерт группы «Нана». 4 сексапильных жеребца приехали в Саратов, чтобы зажечь и вспомнить свои старые добрые хиты. Поэтому вперед в прошлое! Девушки, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что такие красивые, молодые, симпатичные девчонки делают на концерте группы «Нана»? Видимо, они не молодые, не симпатичные и совсем не девчонки. Вам нравится? Вот чем? Вот что в них есть такого, чего нет, например, в вашем супруге? Вот сейчас вот он скажет вам. Что в них есть такого интересного прямо? Что-то нет, ничего нет, там какие-то строфики. Ножки вот такие вот. Песню вы знаете у группы «Нана»? «Упала шляпа». А вы когда-нибудь шляпу роняли? Да. И что потом было? Я ее поднимал. Фаина, 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 Фаина. Какая у вас любимая песня у группы «Иванушки»? Они ее сегодня петь будут? Это Иванушки? Это не Иванушки? Ну что, красиво, поехали кататься? Поехали.